попить делаю. Как запустить мне? Телепорт. Все, жопа нам. Пропустить нахуй. Бля. Ты играл в нее? Нет. Смотри на заставку, или ты ее пропустил? Я пропустил. Наверное, а, нет, это Help Wanted. Ну, не так уж, блин. Смотри. Не, посмотри сначала, так, это не видел. Тихо, тихо у меня. Надо сделать тебя погромче. О, это мы, ничего. Я за рулем, так, я пишу. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Что? Что-нибудь. Нормально. Something just doesn't feel right about this whole thing. Yeah, I'm just чуть-чуть тише, типа. Sure. Well, look. We already signed up. Ну, все понятно, просто разговаривать будет, понял? Ну, график нормальный, да? It's a pretty simple job, considering the fact that I'm trying to save up for a new... Yeah, for a new win. Ладно, пропускай. Didn't mean to flex that much more... Итак. Только не аниматроники, нет, бля. Ой, ого, жуткий. Он что, работает, блядь? Зачем они сюда пришли? Почему они не могут развернуться и выйти? И зайти нормально? Фонарик, F. Так. Фигбек. Летник передачи Incraft. Интеграф. Я забыл трубку. Дура, вообще, правда. Hello! Welcome to your first night. У тебя рот двигается. Вообще, да, чуть смотри, я тебе говорю. Туда лучше не прячься, долго не сиди. Если монстр идет, сразу будет туда лезть. Смотри. Это штору надо закрывать периодически. Иди сюда. Куда? Смотри. Там свет моргает слева. Сейчас, смотри. Иди сюда быстрее. Да у меня лагает. Марионетка вылазит, видишь? Да. Закрывает, подойди и нажми кнопку. Вот так она делает. Да хоть я лагаю. У меня лагает, когда на стол смотрю, понял? Страшно. А если я пойду туда? Алло. Да-да. Ну, смотри, если будет идти, сразу закроем дверь. Если нет электричества, идем искать камеру, искать генератор. Идем за мной. Тут будет показано, что не работает. Если что мигает, бежишь туда сразу. Пошли. Ой, марионетка, алло. Надо проверить, есть ли Фредди. Никого нет. Now there should be alarm lights installed on that TV screen. These alarm lights will only enable whenever. Не беги, там он сейчас словит. So if a generator were to accidentally break down at some point, безопасно тут сидеть. Чуть побудем, пойдем чинить камеры на всякий случай. Так, уже почти 2 часа уже. We have installed our ventilation reset switch in the arcade. I know it's я буду чекать тут проход. Knowing where the ventilation reset switch is located will be the deciding factor between life and death. FPS, конечно, вау. Я чуть повыше.
Everything around it's pretty much historic. Ну, свет моргает. Генераторы энергии здесь. You're gonna have to reset it every once in a while. And since all the doors are locked here, you're not gonna have an extra airflow of air. А тут что, тут тоже они могут жить? А, тут тоже надо дверь закрывать, я забыл сказать. Он тут может прийти. On this stage should be an old and abandoned animatronic. Нет, ты будь дверь, я вторую. If you're not good with так, генератор, все хорошо, да? Пока, можно покушать пока что. Что ты слышал? Намек, значит, придет. Там такой звук был. Понял, как будто кто-то умирает. Это у него. О, начальник. Что так? Вырубите звонок. Или так, ну, мне не страшно. Все, хана. Лампочка. Срочно. Пошли туда. Не знаю, вот мы там. Сейчас, знаешь где? Мы сейчас снизу. Смотри, нам надо идти вправо. И вверх. Иди, блядь. Ладно, я пошел. Так, значит... Мне с тобой идти или как? Давай вместе. Нам главное выжить. Блядь. Подлагивает, конечно, FPS. Генератор ДНР. Подожди. Машина. Лука-боб. А чем ты нас видит монстр? Что нам делать? Ну, побежи, там нужно шкаф найти. Так. Это если ты дверь. Нашел. Это мой, запомни. Почти пришли. Блять. Я испугался дверей, которые открываются. А мы марионетку не обновили. Может мне назад уйти? Иди быстрее. Я иду назад. Беги прям. Я бегу. Я генератор пока запущу. Фонарик не работает. Сразу говорю, у нас по две жизни. Три. Звук. Пошел вон. Сука. Гонится. Блять, меня убили! Все еще две жизни. Резко затряслась камера. FPS 23. И все, жопа. Страшно. Меня словили. Бля. А, нет, меня не словили. Меня крикнули. Я испугался очень сильно. Это как знаешь, который... Привет. Знаешь, который пс говорит? Ну? Почти как он. Он появляется за себя иногда. Глаз. Закрыл двери, пошел нахуй. Вот! Все починено у нас? Нет, там, где куда ты шел, не починено. Я, значит, не туда свернул. Это, наверное, кислород. А он может двери ломать? Двери а не может. Ходит. Главное, энергию экономить. Энергию экономить. Иначе у нас сядет батарея. И нужно будет еще раз бегать. Я очень много времени могу бегать. Он возле... Это движение, время заморожено. Что там сломано? Глянь. Где же закрыл? Я все. Первого починил. Мне ничего не видно вообще. А я умер. У тебя даже не осталось. Я не знаю, где бегу сейчас. Скримеры, я не успеваю. Я вижу тебя. Меня словили один раз.
Мы должны... Сейчас у нас время на паузе. Надо починить второй генератор, иначе мы умрем. Давай для себя в Blocks Fruits поиграем. Сейчас мы должны пройти вот эту ночь. Одну ночь. Это очень легкая. А, так. Да? Ну я смотрю, как ты проходишь. Давай. I wonder why they want this place. Значит так. Ты бы там не стоял, кстати. Я не в ту сторону пошел, оказывается. Это ж было... О, прыти! Я еще испугался. Понимаю. Второй раз, да. Ты жив? А вот мой труп, а не, это твой. Он тупо вокруг комнаты ходит. Чего дверь закрылась? Вот дверь не работает, да, почему? А, это электричество вырубил. Я забыл. Мы должны были вместе пойти. Мы проиграли, значит. Музыка как из ПВЗ. Гамми овер. Слышал звук как из ПВЗ? Да, да.